Сегодня прилетели в Москву. Да, в самолете нам предложили коньяк. Мы его выпили. Весь. О, приятно, что в зале столько красивых девушек. Значит, коньяк еще действует. Вот. Ну и мы начинаем. Да, начнем и покажем такой номер, серия миниатюр. Гаишники разных стран и народов. Для начала, эстонский гаишник. Сержант патрульной эстонской службы, вы превысили скорость. К моему удивлению. Вот. Штраф полагается 100 рублей давайте. Я не понимаю. 100 рублей, говорю, давай. Я не понимаю. Не понимаешь, да? 100 евро давай. А, 100 рублей. Нет, 100 евро. 100 рублей. 100 рублей. 100 евро. Допустим, гаишник в центре Москвы. Сержант патрульной московской службы. Чего вечно ко мне придалбываетесь? Что значит предал? Ты там приходит и нудит. Что значит нудит? Что ты приходишь постоянно? Что значит приходит? Вы стоите под знаком, остановка запрещена. Что ты цепляешься ко мне? Что значит цепляешься? Целый час ты еще за тобой наблюдаешь. Да что я в пробке стою? Я тоже в пробке стою. Что, мне не работать теперь? Нормально. Все, я вызываю эвакуатор. Давай, пускай проедет. Давай, на руках принесу. На руках принесу. Допустим, армянский гаишник. Сержант армянской патрульной службы Мартиросян. Гарик! Нет, Артур. Ничего общего не имею, не имею с ничего. Ты зачем меня остановил, а? Слушай, ты, брателло, ты видел, что ты исполнял вообще? Что такое? Я нормально ехал. Ты видел вообще, ты то влево, то вправо, то влево, то вправо, то вот так на двух колесиках ты ехал. То фары включал, то аварийку, то вот так махал из кабины. Слушай, ты что, пьяный? Слушай, брат, ты не обижай меня, я при исполнении... Нет, ты точно пьяный, да? Слушай, а ну дыхни. Брат, ты... Давай, дыхни в трубочку. Дыхни в трубочку. Давай, дыхни в трубочку. Давай, давай, давай. Алло, алло, эй, что ты стартуешь-то? Что мы не люди, не можем договориться, что ли? Ну а тебе $100 и едь вообще, ты видишь какое? И не нарушай больше! Ты видишь? Не, ну видели, вообще обнаглели. Ничего не сделал, просто остановил документы и проверил. Вообще без проблем. Продолжаем серию миниатюр. Китайский гаишник. Сержант китайской патрульной службы Синь Хунь Мань. Вот документы. Чбань Дзюнь Бунь. Документы. Сюнь Пунь Оуа. Все? Все. Вот документы, все нормально, все в порядке. Аптечка, все, ехал с нормальной скоростью, не нарушал, не пил. Почему пристегнут? В смысле? Я говорю, почему пристегнут? Нас и так дофига. Как он? Я забыл просто, машинально пристегнулся. Машинально? Ну давай, отстегивайся, бухни по газам, как у нас на экзаменах учили. Давай! Дальше. Гаишник в Голландии. Сержант голландской патрульной службы. Вот документы, пожалуйста. Документы, давайте. Что-то не так? Нет, все нормально. Обычная проверка документов. Пили? Нет. Курили? Нет. Вкалывали? Нет. Заглатывали? Нет. Разжевывали? Нет. В глаза закапывали? Да нет. Под язык? Нет. Втирали в кожу? Нет. Клизма? Да нет. Ну... Все нормально? Да. Все в порядке? Да. Ну все, счастливого пути.
Вот так они в Голландии прощаются. Так, если я не ошибаюсь, следующий такой. Английский гаишник. Сэр, не будете ли вы так любезны предъявить мне ваши права и техпаспорт, сэр? Извините, а чем обязан такой честью, сэр? Дело в том, сэр, что вы загородили вашим автомобилем выезд из Букингемского дворца, сэр. На что вы намекаете, сэр? Дело в том, что ровно через 12 минут королева будет выезжать на свою регулярную прогулку по окрестностям Лондона, сэр. И что, сэр? Простите, вы из России? Ну, допустим. Машину уберите. Чего это я должен машину убирать? Аврила. Ну, так бы сразу сказал, что ты сразу начинаешь. Давай, сэр, вали, сэр, давай. Ну, последний. Как гаишник останавливает олигарха? В Москве. Как гаишник останавливает олигарха в Москве? В Москве. Сержант патрульной службы, вы превысили все мои ожидания. Счастья, здоровья вам! Ни гвоздя, ни жезла! Так. Радости, тепла, мира! Ты хорош. Удачи в бизнесе! Спасибо! Хороший вы человек! Слушайте, золотые руки у вас! Сейчас, одну секундочку, пока фарт такой, сейчас. Я извиняюсь, можно водки? Да, конечно. Тост. Знаете, дорога, она как жизнь. Слушайте, я спешу, а? Ну вот. Не хочется расставаться. Ну так. И напоследок песня. Музыка народная. Слова мои любимые, исполни я. А дорога серою лентой вьется, залит под дождем.